Моего гостя зовут Орт Квайкелли. Его с детства обучали на верховного жреца Вуду. И он должен был поехать и работать с верховным жрецом, чтобы тот потом оценил его. Но что-то произошло. То есть он знал, как зовут злых духов. Он мог вызывать их, и у людей возникали болезни, или они попадали в финансовые проблемы, или они умирали. Он знал этих духов по имени, и однажды это заставило его напиться таблеток, и он умер. И когда он умер, он покинул свое тело и фактически очутился в аду. Но он был возвращен назад по молитвам своей матери, и очень скоро после этого он пошел в церковь на служение и отдал свою жизнь Богу. Теперь он не только знает, как вызывать этих духов, но и как воевать с ними и в силе, которая превыше имен этих духов. Во имя Иисуса он теперь может освобождать людей, и особенно от этих духов. Расскажи мне, как твой сын сделал кое-что необычное? Когда вы, шутя, резвились с ним, что тогда произошло? 6 декабря 1998 года мы были с ним на кухне, и у меня всего было три сына. Я хотел сделать их сильными, хотел, чтобы они стали профессиональными боксерами. Я то и дело задевал его, моя жена сказала, не бей его слишком сильно. И мы ходили по кругу, и он так и не смог ни разу ударить меня. Я уже начал его подразнивать, потому что он не мог меня достать. Вдруг он остановился, схватил меня. Я подумал, что он хотел войти в клинч, как делают в боксе. Но он заплакал. Я спросил его, в чем дело? Что случилось? Что такое, сын? Я подумал, что слишком сильно ударил его, и мне стало так стыдно. И он сказал, нет, пап, ты не сильно ударил меня. Я хочу, чтобы ты мне пообещал, что ты никогда не перестанешь проповедовать об освобождении и никогда не прекратишь помогать самым тяжелым, самым последним и потерянным людям. Он сказал, пообещай мне, что ты никогда не прекратишь служить людям и не перестанешь проповедовать об освобождении. И я сказал ему, да я никогда не сделаю этого, я буду продолжать проповедовать. И он отпустил меня и убежал. Он выбежал из дома и заплакал. Моя жена спросила, что случилось? Я сказал, я не знаю. Он просто сказал мне не прекращать проповедовать и помогать людям. И на следующий день случилось ужасное. Тебе позвонили. Что тебе сказали? Я готовился к проповеди, и моя жена позвонила мне, и по ее голосу я понял, что что-то случилось. И случилось что-то очень плохое. Она сказала мне, что нашего сына похитили на машине, что его застрелили прямо в грудь, и что он умер. И это было непередаваемо. Каким-то образом он это предчувствовал. Да, скорее всего, он уже готовился пойти домой к Господу. И вскоре после этого у вас вдруг начались головные боли, верно? Да, у меня начались сильные головные боли. И мне пришлось оставить свою работу боксера. Я бывший боксер. Я участвовал в небольших боях, чтобы наверстать упущенное, конечно. Я какое-то время еще занимался борьбой. Потом я уволился. И где-то через два дня моя жена сказала мне, чтобы я ехал в больницу. Оказалось, что у меня расширение мозгового сосуда, а я даже не подозревал об этом. В общем, я был ходячим трупом. Но я даже не знал, что у меня было массивное, тяжелое кровоизлияние в мозг. Он умер на операционном столе. И когда он умер, то несмотря на то, что тот телефонный звонок был ужасным, то есть, когда сообщили, что его сын убит выстрелом во время езды на машине, это послужило кое-чему хорошему. Он оставил свое тело и пошел на небо. Скажи мне, что было первое, что ты там увидел? Я увидел ангела в два раза выше себя. И он сказал мне, пройди вокруг. И там было так красиво. Везде, куда падал глаз, можно было увидеть красоту. Цветы, которых я никогда раньше не видел. Это было просто потрясающе. И все вокруг славило Бога. Я посмотрел на траву, и она была так аккуратно подрезана. На каждом лепестке как будто лежал бриллиант. И все было таким красивым. И все цвета, любой цвет, вся обстановка и пейзаж, все было таким красивым. И я шел по берегу реки и увидел, что она выходила из большого, красивого золотого дворца. И она была как жидкий бриллиант. Она вся блестела и была в движении. И волны этой реки тоже двигались.
Потом я услышал голоса. Думаю, это были ангелы, которые пели намного лучше любого хора, который я когда-либо слышал в жизни. Да и все хоры вместе взятые не могут сравниться с тем, что я видел и слышал. Ортвей, когда ты так говоришь, я почти чувствую, как ты снова переживаешь все это. Это было так прекрасно. Да, это точно. Я даже начинаю скучать по тому месту. И что вы сказали об этой реке? Да, она выходила из Большого Золотого Дворца, и она постоянно двигалась. Все там двигалось в гармонии. Трава, ветер, река, поющие ангельские голоса. Там были большие деревья, они были вот такими огромными, и они просто поклонялись славе Бога. И там нет тени. Там нечего появиться тени, потому что там повсюду свет. И он падает на тебя с разных сторон. И это просто прекрасное, на самом деле потрясающее, ни с чем не сравнимое место. Но там ты с кем-то встретился. Да. Расскажи мне об этом. Когда я шел по берегу реки, я смотрел и пытался увидеть кого-нибудь из святых, которых я знал, с которыми я ходил в домашнюю церковь. Я видел их на другой стороне, и они видели меня. И, конечно, я искал одного очень дорогого для меня человека, то есть своего сына Скотта. Я увидел его, а он увидел меня. Я спросил: «Скотт, это ты? Как мне перебраться на другой берег, там, где ты?» Что, эта река разделяла вас? Да, я был на одном берегу реки, а он был на другом. Я хотел перейти на другую сторону, чтобы просто обнять его. И он сказал мне: «Сейчас пока нельзя, папа. Тебе нужно вернуться. Ты пообещал Богу и пообещал мне, что ты закончишь ту работу, которую ты должен сделать». Я сказал: «Нет, я хочу остаться здесь с тобой. Я больше не хочу возвращаться в мир. Я хочу остаться здесь». Он сказал: «Нет, папа, ты еще не закончил. Ты должен вернуться». Я пытался найти какое-нибудь бревно, пытался найти баллон, шину, хоть что-нибудь, чтобы перебраться туда. Я вообще не хотел возвращаться сюда, потому что это место было потрясающим. Там совсем нет головных болей. И у меня так сильно болела голова, были такие сильные боли. Но скажи мне, что ты ощущал, когда был на небе? О, это можно описать только одним словом. Это самое лучшее место. Вы ощущаете Божье присутствие везде. Там так много любви. И везде, куда бы вы ни ступили, вы ощущаете, как Бог обнимает вас своей любовью. Я никогда не встречался с человеком, у которого были такие же переживания, как у вас. Хоть они и любили свою семью и скучали по своим домашним, влечение остаться там было намного сильнее. То же самое случилось и с вами, верно? Да. Из-за того, что я был разбит, поражен, и потом я знал, что моя семья будет в хороших руках. Я это знал. Я знал, что моя жена спасена, и что она любит Иисуса, и все остальное. Я бы встретился с ней потом. Но тогда все, чего мне хотелось, это остаться там, потому что это место такое восхитительное. И что до меня, то это несравнимо с тем, что вы ощущаете, умирая здесь, там совсем по-другому. Ваше мышление меняется, как только вы оказываетесь там. Ваш образ мысли абсолютно меняется. Там нет скорби. Смерть вам не кажется чем-то печальным. Вы знаете, что вы в Божьих руках, потому что Бог доказал тебе, что Он возлюбил их, и что они в Его руках. И что же сказал вам ваш сын? Он сказал мне, что я должен вернуться. И он напомнил мне, что у нас с ним была эта беседа, когда я пообещал ему, что не закончу, что я закончу работу, закончу ту работу, которую я должен сделать. И он сказал мне, что пока я не могу зайти туда, что я должен закончить. Он сказал: «У тебя еще много работы. Людям еще нужно услышать то, что ты должен сказать». И именно так все и было. Это он мне сказал. Но тебе были даны указания, что говорить на этой земле. Верно. Расскажи мне, что тебе там было сказано? Расскажи мне о тех маленьких детях, которых ты видел. Да, конечно, я буду очень рад это сделать. Когда я словно невидимой рукой был оттянут назад от того места, где я видел своего сына, я увидел несколько групп детей, которые бегали, играли и резвились там. Мне захотелось пойти и поиграть вместе с ними. Я сказал: «Посмотри на них, как им тут хорошо. У них нет ни боли, ни печали, ничего». В этот момент я услышал Божий голос. Он сказал: «Ты хочешь знать, кто эти дети, верно?» Я не произнес это языком, но он прочитал это в моих мыслях, потому что тогда я ничего у него не спрашивал. И Бог просто прочитал мои мысли. Я сказал: «Конечно, кто такие эти дети?» Он сказал: «Вот эти, которых ты видишь здесь, это дети войн, которые шли по всему миру. Кого-то из них убили, кого-то оставили умирать». И он продолжал говорить: «Теперь они со мной.
Они теперь со мной. Я думаю, что очень многие из них были убиты абортами. Потом он повел меня к следующей группе детей. И всего он показал мне 3 группы. А, понятно. Да, 3 группы детей. Он показал мне их. Вторая группа играющих детей, он сказал мне о них. Он спросил, ты видишь этих детей? Он сказал, у меня для них была цель. В моем сердце был план на то, что они должны были сделать для меня и моего царства. Он сказал, из-за порочности и жестокосердия мужчин и женщин они пошли и сделали аборт и отправили их назад. И в этот момент его голос изменился. Подождите, я хочу вам кое-что объяснить. В Иисусе была одна эмоция, которую увидел Ортвейк, которую должен увидеть этот мир. Не уходите, мы сейчас вернемся. Здравствуйте, Сид Рот здесь вместе с Ортвейком Келли. У Ортвейка было кровоизлияние в мозг, и он умер прямо в больнице. Он покинул свое тело и пошел на небо. И он увидел своего сына, которого убили выстрелом во время езды в машине. И он сказал, «Папа, это не твое время. Ты должен выполнить свое обещание мне. Ты должен вернуться на землю и закончить то, что ты должен был сделать. Ты должен продолжать заботиться о людях». Когда он уходил, он увидел 3 группы детей. Первая — это были дети, умершие в различных войнах. Вторая — это дети, которые умерли в результате абортов. Были убиты в чреве матери. И ты больше ничего не хотел сказать о тех абортах во второй группе детей? Да. Он сказал, что у него была для них цель, чтобы они многое изменили к лучшему на этой планете. Его голос в этот момент стал меняться, как будто его это ранило до глубины сердца. Его голос задрожал, как будто он собирался заплакать. Тогда я сказал, «Бог, ты Бог, и я не знал, что ты так можешь чувствовать. Мы можем заставить себя не плакать, но с Богом это не так. Ему на самом деле очень, очень больно смотреть на эти аборты. И когда я увидел, нет, даже услышал, как его голос изменился, и как он сказал, у меня была цель для них, они должны были сделать кое-что важное, но из-за греха и жестокости человеческого сердца и легкомысленного отношения к этому, он сказал, что это серьезно. Он продолжал повторять, что это очень серьезно. И потом я увидел 3-ю группу, и он сказал, видишь этих детей? И он сказал, да, у меня тоже была для них работа. И из-за абортов, и зла, и из-за всего этого. И в этот момент слезы чуть не выпали из его глаз. И я почувствовал, что если бы одна эта слеза упала, она бы сравнялась с бассейном. Я не мог этого вынести. Я сказал, «Господь, я не знал, что тебе от этого так больно». И он сказал, «Ты видишь вон ту группу детей, которые бегают там и играют?» Я спросил, «Что это за дети?» И он сказал, «Это дети, которых я послал в христианские семьи. Семьи людей в церкви, к так называемым христианам, которые тайно пошли и сделали аборт, которые не доверяли мне, которые доверились путям этого мира, которые не верили, что я позабочусь о них в очередной трудной ситуации. И вместо того, чтобы довериться мне, они пошли и сделали аборт. И даже сейчас есть люди, которые ходят в церковь. И я сейчас говорю кому-то, возможно, вы ходите в церковь, и вы чувствуете, будто Бог оставил, покинул вас, подвел вас и так далее. И вы слушаете голоса, разные голоса. И я кое-что понимаю в голосах, поверьте мне. Есть только один голос, который вы должны слушать, и это голос Божий. Не разрушайте эту жизнь, потому что Бог поместил ее в вас. Он позволил этой жизни быть в вас, чтобы вы вырастили эту жизнь для целей Божьих. Чтобы этот человек мог вырасти и стать великим мужем или женой Божьей. Бог говорит мне сказать вам, не делайте этого, потому что я здесь как пример, что может произойти с жизнью человека. Тебя же должны были убить. Твой отец пытался заставить твою мать сделать аборт. И если бы Бог не вмешался, а Бог говорил с тобой о том, когда твой отец пытался убить тебя через аборт? Да, Он показал мне это. Он показал мне. На самом деле, Он показал мне в видении то, что происходило, и как это повлияло на него, и Он не дал этому произойти. Он сказал, нет, у тебя есть цель, и Он не дал этому случиться. И хотя были попытки избавиться от меня, Бог сказал, нет, этого не произойдет, я буду использовать его. Он вмешался и остановил это. Что Бог показал тебе о христианах, в том числе о служителях?
которые являются лицемерами. Он показал мне, что есть многие, которые проповедуют ради денег и ради славы. Кажется, многое из того, что я вижу по телевизору и по христианским каналам, делается ради денег. Не должны ли они давать столько же времени для проповеди Евангелия? Да, это время должно быть отдано для Евангелия. Так что же произойдет с этими людьми? Бог сказал мне, что Он давал им много шансов покаяться, много возможностей покаяться. Он разговаривал с ними. Он говорил с ними через посланников. Он посылал им слова прямо из тронного зала. И многие из них отказались покаяться. И он сказал, что теперь он сделает следующее. Он заберет свою жизнь и свое дыхание у них. И они будут замертво падать прямо за кафедрой. Вы уже видели это? Да. Как ты считаешь, это со временем будет происходить все чаще? Да, конечно, потому что Бог сейчас по-настоящему гневается. Именно это и происходит. Гнев Божий уже изливается, и это начнется с церкви. Люди, которые не покаются и не послушаются Бога, думая, что корость — это благочестие, если они не будут проповедовать Евангелие, не пойдут в погибающий мир, то Бог просто будет лишать их жизни. Он будет лишать жизнь за жизнью по всему этому миру, и особенно в Америке. Они будут падать замертво. И он сказал мне, что это серьезно, сын. Я дал тебе слово, чтобы ты говорил и предупреждал их, чтобы ты предупреждал их искать прежде всего Царство Божие и правды Его, а все остальное приложится им. Проповедуй о покаянии. Он сказал, я посылаю тебя обратно привести мой народ ко мне, привести их к покаянию. Покайтесь в том, что вы делаете, потому что Бог говорит, что Он видит это, и это ранит Его. Смотреть на служителей, которые ищут всего, кроме Бога. Если бы тебе нужно было сказать всего одну вещь, которую ты получил на небе, всего одно слово с неба, то, глядя в камеру, скажи, что бы это было, что есть много людей, которые говорят вещи против Бога так, будто Бог обидел их. Бог сказал мне, что вы должны, и хотя Он никогда не грешил и никогда не согрешит, но некоторые люди, которые смотрят нас прямо сейчас, они хулят Бога, потому что Бог не дал им то, что они хотели и когда они хотели. Вы молились за кого-то, и он умер. Вы потеряли ребенка или пережили развод. Или вашего ребенка убили. Возможно, вы даже говорили в новостях и в газетах, что это Божья рука. Каждый раз, когда загорается дом или начинается лесной пожар, Господь говорит, что Он освободит вас от всего этого, когда вы избавитесь от непрощения к Нему. Он сказал мне, пока они не простят меня, я тоже не смогу простить их, и они будут закрыты от того, что у меня есть для них в планах. Вы — ходячая бомба замедленного действия. Врачи сказали, что у вас до сих пор расширены сосуды головного мозга. Да, до сих пор. И это означает, что вы можете умереть в любой момент. Если верить врачам, то да. Но вы не можете уйти, пока не сделаете то, что вы должны сделать. Да, это верно. Вы, наверное, ждете, не дождетесь встречи с сыном. О, да, я жду этого с нетерпением каждый день. Но я хочу остаться здесь, пока Бог не скажет, что мне пора. Врачи говорят, что я живу за чертой времени. И я сказал, если это на самом деле черта, то кто ее прочертил для меня? Послушайте, вы тоже живете за границей времени. Вы знаете об этом? У вас есть временная черта, независимо от того, расширены у вас в мозгах сосуды или нет. У вас внутри есть временной предел. Вы не вечны. То есть возьмите сына Ортквейка Келли, прекрасного молодого человека. Его увезли. Нет, даже не увезли, а пытались угнать его машину. И его застрелили. И это был тот, кого знал Ортквейк Келли. Послушайте. Внутри вас есть бомба с часовым механизмом. И вы никак не можете избежать этого. И вопрос состоит не в том, когда вы умрете, но вопрос состоит в том, куда вы пойдете. Вы даже не можете поручиться за свой следующий вздох. Нет другого имени, в котором ваши грехи могут быть полностью омыты, полностью очищены. Вы не знаете, когда придет ваш конец. Вы должны сейчас, завтра может быть слишком поздно, попросить прощения у Бога и поверить, что кровь Иисуса омыла ваши грехи. И сказать Богу, что вы хотите знать Его, что вы хотите испытать ту любовь, которую Он имеет к вам. Вам нужно узнать Его как своего Отца. Вам нужно узнать Его как свой шалом, свой мир. И неважно, мусульманин вы или еврей, и вообще, религиозный ли вы. Все это только культура.
Играет роль только то, знаете ли вы его. Есть только одно имя, в котором вы можете быть омыты и прощены. И это Иешуа, Иисус.